вечер тих, как никогда. Из крана капала вода. В углу мой старый пес сопел. По радио Чак Берри пел. И в это самое мгновение бывают в жизни совпадения. Хоть на дворе давно темно, мне кто-то постучал в окно. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Куда бежать? Не оставалось только ждать. Ведь ночь пришла не навсегда. Но как ошиблась я тогда? С тех пор подобные проблемы не портят нервную систему. Но если честно говорить, я стука жду, чтобы спросить.